Всем привет, с вами Зиммер, и сегодня мы поговорим о Titan Souls. После просмотра ролика от самих разработчиков, кажется, что игра очень простая и очень интересная и красивая. В принципе, да, она интересная и красивая, но совсем не простая. То, как на этом ролике от всех обилок боссов красиво уворачивается, метко стреляет и тому подобное. В принципе, если поиграть где-то 100 часов в эту игру, можно достичь такого мастерства. Но в самом начале игры геймплей выглядит примерно вот так вот. Но со временем, привыкнув к управлению, все-таки мне удалось одолеть этих всех боссов. Полученное удовольствие от этого неописуемо. Titan Soul – это хардкорная аркадно-приключенческая игра, выполненная в ретро-стиле. На этот раз вы будете управлять неизвестным героем, вооружившись лишь одной стрелой. Ваша задача будет использовать эту стрелу, чтобы победить титанов. Каждый из титанов расположен в различной зоне, которая является частью огромного открытого мира. Как только вы найдете Титана, начнется самое сложное. Вам понадобится победить его одним ударом. У вашего персонажа нету полоски ХП, все как в реальной жизни. Один удар Титана, и вы мертвы. Но стоит всего лишь запустить стрелу в уязвимое место Титана, и он будет повержен. Проблема заключается лишь в том, что это не слишком просто. Иногда нужно догадаться, как лучше всего использовать окружающий мир, чтобы победить врага. С вами был Зиммер, подписывайтесь на канал GeyGo.